Лариса Удовиченко оказалась прикована к постели. В свои 67 лет она не только выходила на сцену, но и много снималась. Работы у актрисы непочатый край, но из-за компрессионного перелома позвоночника она прикована к кровати. Новость о госпитализации актрисы облетела все интернет-издания. Лариса сильно покалечилась в декабре 2022 года. Сейчас актриса вышла на связь. Артистку прооперировали, и ей предстоит длительная реабилитация. Жуткая травма может привести к параличу мышц, поэтому ей нельзя вставать и предписан постельный режим. Однако артистка не теряет бодрости духа. «Все хорошо, прекрасно себя чувствую», — сообщила она. Актер Эвклид Кюрдзидис рассказал, что на связи с Ларисой Ивановной. Сейчас она дома, операция на позвоночник была в декабре. Лариса Ивановна, находясь в трудной ситуации, сама оказывает поддержку другим. Она очень тронута тем, что за нее все переживают.